Обслуживание, замена и постоянный контроль за тысячами километров трубопроводов оренбургских газовиков осуществляет Управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов. Его специалисты работают на двух фронтах – в полевых условиях непосредственно на трассе и в стенах управления, куда доставляют для ремонта отдельные элементы трубопроводов. Для этого здесь существует централизованная ремонтная служба. Для того, чтобы работать без перебоина и без аварийно, в нашей службе созданы 9 участков, из них 3 лаборатории и 6 участков, значит, которые поддерживают в нормальном ремонтно-приводном состоянии все оборудование управления соединительных продуктов, которое работает на Оренбургское, Нижнепавловское, Октябрьское и Абдулинское направления. Один из таких участков – режимно-наладочный. Здесь ежегодно ремонтируют около 600 единиц запорной арматуры. Для этого почти 20 лет назад была закуплена уникальная немецкая линия, состоящая из нескольких станков, в надежности которых за долгие годы специалистам цеха ни разу не пришлось усомниться. Каждый из элементов линии выполняет свои задачи. Начинаем мы первоначально с разборки. В дальнейшем мы ставим всевозможные корпуса, запирающие органы. Мы их подтираем, выводим все недостатки. После этого мы собираем и уже конечный результат испытываем на испытательных стендах. Испытательный стенд, с недавних пор оснащенный программным обеспечением, является последним этапом в ремонте запорной арматуры. Он имитирует условия реальной работы технологического оборудования. Здесь вы наблюдаете, задвижка находится после ремонта. Мы сейчас накачаем давление в нее и будем уже смотреть в присутствии представителей технадзора, прошла данная запорная арматура или нет. Если она проходит, мы ее снимаем и уже везем в трассу, вставляем, то есть она работает, готовая после всех этих ремонтов. Стоит добавить, недавно оборудование цеха прошло капитальный ремонт. Это обеспечило надежную работу всего участка, а значит, надежность трубопроводов и экологическую безопасность в районе деятельности предприятия. Александр Сергеев, Семен Воробьев, Новости дня.